Всем привет, ребята! Вы на канале Джулия Жили, и с вами Юля. И сегодня я снимаю любимую вашу рубрику Back to School. No, back... Сегодня это видео продолжение вчерашнего ролика, который я как раз-таки выпустила. Если вы его не смотрели, то обязательно смотрите. Сегодня я буду уже также наполнять органайзер, который мне пришел. Покажу вам свою канцелярию, которую уже купила. Ну что ж, теперь пришло время заполнять мой органайзер. Конечно же, я этого и ждала. И сейчас хочу все свои новые ручки, конечно же, поставить в этот органайзер, потому что я сейчас в школу не хожу, пенала у меня нет, ну и, конечно же, они тут будут отлично смотреться, так что вот сюда их сейчас и помещу. Также вот сюда я складываю свой блеск для губ, потом я складываю, наверное, вот сюда свой бальзам для губ, маленький, потому что он. Также я свою тушь вот сюда складываю, она немножко, правда, не помещается, наверное, я ее лучше вот сюда поставлю. Также я еще свой второй блеск для губ вот сюда поставлю. И канцелярия, и косметика, потому что два органайзера нет смысла покупать на рабочий стол, а я пользуюсь и косметикой, и канцелярией очень часто, поэтому решила сделать так. Дальше у меня идет мой такой вот гель для бровей, я его тоже складываю вот сюда. Еще вот сюда, где бальзам для губ, я положу вот так вот два своих браслетика от Nomination, потому что сейчас, вот как видите, я ношу другой браслетик и колечко, и, собственно, браслетики от Nomination мне пока что не нужны. Я очень часто пользуюсь разными скрепочками, поэтому вот сюда вот я их как раз-таки высыплю, и можно будет сразу брать, какие скрепки тебе нужны, очень удобно. Поэтому все скрепочки из этого стаканчика я высыпаю себе вот сюда. Очень классно получается, кстати. Также свои новые текстовые делители я тоже сейчас распаковываю. Кстати, заказывала я их на Wildberries, но немножко раньше это было в видеораспаковочках, и они мне тоже понравились, поэтому их сейчас я тоже достаю из, собственно, упаковочки. И вместе с ручками тоже сюда ставлю, вот так вот. Или, наверное, даже вот сюда, в отдельные. А вообще их можно, кстати, вот сюда положить, мне кажется. В принципе, да, вот сюда вот я их складываю. Все свои 4 текстовые делителя. Смотрите, кстати, они отлично вошли, прям будто для них это было создано. Скотч, конечно же, мне тоже часто нужен, поэтому кладу его в органайзер. Я думаю, что положу вот сюда, где мои текстовые делители, чтобы было удобно доставать, поэтому кладу. Кстати, с помощью этого видео, когда сейчас я его снимаю, поняла, что штрих у меня испортился, потому что вот это старый штрих, а вот это новый. Поэтому новый штрих я складываю сейчас вот сюда. Я решила вот так вот сделать текстовые делители. И сюда отлично войдет и клей, и штрих. Поэтому вот так у меня получается. Тут, как вы можете заметить, у меня новая канцелярия получилась. Закрываем. А сверху у меня тут старая, ну, за исключением ручек. И как раз таки сейчас я хочу еще поставить свои старые текстовые делители, потому что я ими сейчас пользуюсь, когда готовлюсь к ЕГЭ летом. Ну и, конечно же, чтобы не тратить свои новые текстовые делители, я сейчас стараюсь все использовать старые, поэтому складываю, собственно, вот. Еще сюда. Также у меня есть такие вот гелевые ручки, я их тоже сюда складываю, потому что сейчас я ими чаще всего пишу. Ну, собственно, чтобы было удобно, то я складываю примерно так. Конечно же, некоторую канцелярию в ближайшее время я буду складывать уже в школьный пенал, и что-то я отсюда уберу, тоже вам потом покажу. И когда уже прям будет близиться учебный год, то я вам также покажу подробный обзор на мой органайзер. Еще я хочу сейчас положить вот сюда магнитные закладочки. Вообще я хочу сюда положить другие закладки, которые стикеры, но пока что я их не купила, то положу вот такие вот маленькие магнитные закладочки, потому что часто ими пользуюсь. Как видите, у них довольно-таки много, каких тут только нет. Ну и, конечно же, они мне очень-очень нужны. И вот такие вот клейки и стикеры для заметок. Как видите, у меня есть такие вот здоровые заметки, но вот это клейки, которые я часто куда-то клею, и как раз-таки я их тоже сложу сейчас вот сюда. Тут еще есть место. И отлично, кстати, они сочетаются по цветам своими текстовыми делителями, поэтому просто отличный вариант. Так что вот такой органайзер у меня сейчас получился. Конечно же, буду его дополнять, буду как-то по-другому делать, но сейчас он выглядит примерно так. Кто-то говорит, что туда вообще ничего не помещается. У меня, в принципе, все, что я хотела, у меня поместилось. Даже место еще осталось, потому что вместо закладок я могла положить что-то другое. Так что, в принципе, мне этот органайзер очень понравился. Тут разные прикольные штучки, заметки, фламинго, зеркало. И, наконец-таки, вон там не будет у меня храниться куча всего, и по столу тоже не будет все разбросано. В крайнем случае, я могу вот сюда что-то положить, и теперь у меня, главное, на столе всегда будет чисто от каких-то безделушек, фигней и всего такого. Ребят, ну правда, я теперь просто влюблена в этот органайзер. А вот тут посмотрите, какие классные цвета. Тут просто тоже все бомбезное. Я обожаю теперь этот органайзер, он реально просто
Бомбео Валберес, спасибо, что вы существуете. Почему, кстати, канцелярию как ручки разные, новые ластики. Я буду складывать свой новый пенал, чтобы как раз-таки потом снимать видео, как я собираю новый пенал. Ну и, собственно, вообще не потеряться, где новая канцелярия, где старая, потому что вот тут еще лежит прошлогодняя новая канцелярия, но также не хочу ее спутать с новой канцелярией, которую я недавно купила. Так, ну что ж, пришло время разбирать всю мою канцелярию новую. Я сейчас вот так вот ее поставила. Помимо этого, у меня есть такая вот коробочка, куда я буду складывать всю ненужную сейчас канцелярию, именно новую. Тут у меня, не обращайте внимания, микрофон. И вот органайзер, также та канцелярия, которую я вытащила, собственно, из этого шкафчика, чтобы складывать сейчас тетрадки, которые мне первое время уже могут понадобиться, а некоторые я сейчас уберу. Также вот эти, например, ручки я сейчас тоже уберу, потому что тут целый набор, он мне, конечно же, точно сейчас не нужен. И зачем он будет лежать у меня на видном месте, если можно это убрать в другое место. Вот, кстати, причина того, что я часто показываю милую канцелярию в видео, но не покупаю ее, потому что я просто не пользуюсь милой канцелярией, не знаю, я ее не очень прям люблю, поэтому чаще всего покупаю милые тетрадки, но милую самую канцелярию, она, как правило, не самая хорошая, так что обычно она у меня просто лежит как декор, этот ластик уже лежит у меня 2 года, я не знаю, что с ним делать. И мне осталось последний год учиться, а я надеюсь, что все-таки я им буду пользоваться. Так, ну что, друзья, смотрите, я уже сейчас тут положила очень много тетрадей. Некоторые тетради я, собственно, положила вот в эту коробочку, потому что они мне пока что не будут нужны. Ну и, в принципе, я хочу разделить так тетрадки, чтобы у меня не было прям огромной стопки. И сейчас буду убираться тут вверху, сейчас вам тоже покажу, потому что у меня там разные блокнотики и так далее. Вот эти тоже вот канцелярские принадлежности я пока что складываю сюда, потому что я буду еще снимать видео, как я буду собирать пенал. Ну и мне, конечно же, это необходимо, так что складываю вот сюда. Так, ну что, сейчас я буду убираться тут, потому что тут у меня тоже новая канцелярия, но из-за того, что я тут положила разные папочки, рюкзаки, у меня, как видите, все вот так вот тряслось, поэтому сейчас вместе с вами я вам покажу немножко, что у меня тут находится. Тут разные рюкзаки, но это я уже делала отдельный обзор про рюкзаки, просто их сюда что-то закинула, но покажу вам, какая у меня тут новая канцелярия хранится. В принципе, у меня тут был порядок, просто, как видите, я очень много тут поместила. Смотрите, нашла все свои оценки за 10 класс. Вот так выглядит целый листочек. Дальше у меня тут блокнотик вот такой. Тоже надо его использовать. А, он мне немножко уже начат. И тут тетрадки, которые... Тут у меня лежат тетрадки, которые, в принципе, новые, но из-за того, что, как видите, написано тут, допустим, «История родного края», то эта тетрадка старая. Но тут совсем-совсем нет практически никаких записей, поэтому... Я их буду использовать для черновиков, поэтому у меня тут такие новые старые тетрадки, так скажем. А тут лежат все старые тетрадки, которые мне точно пригодятся в 11 классе. Поэтому вот такие вот дела. Теперь смотрим сюда. Тут у меня, смотрите, разные папочки, их очень много. Я еще, на самом деле, не до конца закончила с сортировкой папок. Я еще не все купила. Планирую купить вообще отдельные такие штучки специальные, куда буду складывать все папки, потому что нужно будет сортировать папки по разным предметам, ЕГЭ и так далее. Я уже это начала делать, вам показывала. Вот тут у меня сборник по обществознанию, также вот такие маленькие папки, но это все будет в отдельных видео. Сейчас я просто приберусь немного и вам... У меня очень много новых блокнотиков, скетчбуков. Допустим, вот этот скетчбук я вам тоже уже показывала. Потом это тренажер. Так, смотрите, дальше у меня вот такой вот тут блокнотик. Я его тоже сейчас уберу. Блокнотик вот так выглядит с блестками. Тоже им все никак не могу воспользоваться. Новые наклеечки. Надо тоже их использовать. Так, ну что ж, вот так у меня вышло. Тут у меня небольшой мудборд, который расположен в моем шкафу. Также вот тут, кстати, подарочки на конкурс. Кто вдруг не смотрел конкурс, то обязательно смотрите. У меня на канале конкурс на подарки из Сочи. И вот тут они все лежат. Конечно же, у меня в шкафчике. Тут у меня разные папочки. Я, правда, еще, как говорила, не все тут сделала. Тут у меня учебники по алгебре за 11 класс, как вы можете заметить. Тетрадки, про которые я только что рассказывала. Так что в шкафчике я, в принципе, убралась.
И вот так вот у меня, собственно, вышло. Тут у меня, смотрите, две папки. Это летняя школа 99 баллов и планы ЕГЭ по общаге. Также у меня тут тетрадка по общаге, тетрадка по праву, потому что я сейчас усердно к этому готовлюсь. Ну и, собственно, решила, что пусть это будет вот тут на видном месте, чтобы я про это не забывала. Тут у меня органайзер. Мы сейчас также с вами убрались вот в этом шкафчике. Это у меня, кстати, все на подарок лежит, поэтому я это не убираю. И тут разная тоже канцелярия, новая и старая, все вместе. Я вам это все показывала, можете посмотреть у меня на канале полный обзорчик. Так что вот так вот теперь выглядит мой рабочий стол и вообще мое рабочее пространство. Буду, конечно же, все дальше делать и организовывать, но пока что выглядит примерно так, и мне очень-очень нравится. Кстати, ребята, решила, что свой красный аттестат за 9 класс я, наверное, поставлю вот тут, потому что это будет как мотивация, так как я сейчас пойду в 11 класс, и, собственно, конечно же, мне нужно идти тоже к красному аттестату, но я решила, наверное, я его где-то сейчас тут. Ну что ж, теперь мой аттестат будет украшать мою полочку. Он очень классно, смотрите, переливается даже. Ну просто красотища. Теперь я жду такой же в 11-м. Что, ребята, вот такое было видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал. С вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, радостных встреч и всем пока-пока!